Рассада децентры великолепной Эльбы, Альба, привнесет в цветник немного экзотики. Необыкновенные цветки этого растения, похожие на разбитые белые плоские сердечки, до 3 см диаметром, располагаются длинными рядами на тонком стебле высотой до 1 метра, зеленые листья крупные, большая часть расположена у основания. Первые цветы распускаются в начале мая, в середине лета наземная часть растения отмирает, осыпая семена. Хорошо смотрится в микс-бордерах, посадках группами, в единичной срезке. Индивидуальные особенности. Любит полутень, морозостойкость, может вызывать аллергию. Децентра великолепная Альба – это травянистые высотой 50-60 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка белый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.